Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о глупом ловце покемонов и науке езды на тросе. Мне почему-то казалось, что ловля покемонов уже не так актуальна на нашей планете. Но это не совсем так. В Японии 29-летний водитель настолько увлекся игрой, что не заметил людей, переходивших по переходу. Что произошло что-то неладное, он понял, когда услышал крики прохожих. В итоге выяснилось, что не очень умный игрок сбил двух женщин. Видимо, монстры на экране настолько его поглотили, что он полностью отключил мозг, если он был. Японца посадили в тюрьму на 2 месяца, а его дальнейшую судьбу решит суд. Отечественным любителям заниматься не пойми чем за рулем стоит помнить, что штраф за игры, разговоры и переписки составляет 1500 рублей. Мало того, есть очень большой шанс попасть в ДТП, и при худшем сценарии можно увидеть небо в клеточку. Впереди зима, точнее, она уже почти пришла. То самое время, когда во дворах по утрам кипит особенная жизнь. Те, кто забыл поменять аккумулятор, просят тех, кто более прозорлив, прикурить или взять на буксир. И тут выясняется, что прикуривать и тянуть на тросе умеют не все. Точнее, почти никто не умеет. Первое, что бросается в глаза – передний автомобиль трогается слишком резко. Это приводит к быстрому натяжению троса и резкому рывку того, кто на буксире. Подобное случается при каждом трогании с места, что часто приводит к обрыву троса и его неуправляемому полету. Так вот, запоминайте порядок действий, когда вас везут на веревке. Тормозит первым тот, кого везут. До поездки нужно договориться с водителем буксира, чтобы тот был готов к подобному развитию событий. Когда первым тормозит прицеп, трос не провисает на остановках. Это как раз хорошо, потому что нет рывков. Будьте готовы к тому, что буксируемый автомобиль будет проходить повороты по другой траектории. Поэтому маршрут лучше выбирать такой, где улицы пошире. И последнее. Это была «Территория машин». Не забывайте включить аварийку. «Территория машин».